Привет, Алиса! В этом Audi Q7 вместо штатного маленького монитора установлен огромный монитор, в котором появилось мультитач-сенсорное и голосовое управление для Яндекс.Навигатора. С Play Market можно скачать любые приложения, загрузить их на рабочий стол и пользоваться, как будто здесь всегда были. YouTube, пожалуйста, к вашим услугам. Онлайн-телевидение, где все каналы со всего мира в высоком качестве разрешения. И при этом при включении задней передачи появляется штатный режим парковки. Все штатное осталось без изменений. В любой момент можно перейти в штатную систему. Пожалуйста, пользуйтесь, наслаждайтесь комфортом с технологиями от BGT Workshop.